Ну что же, всем привет, с вами я, ноунейм Сильвер Ниссан, и, короче говоря, сегодня я бы хотел показать вам, как я делал трек Like a G. Думаю, что он у меня самый, так скажем, такой, который больше всего залетел, скажем так. Ну, в общем, его больше всех послушали и так далее, вот. На YouTube он что-то не слишком зафорсился, ну, мне, в принципе, все равно. Ну, так. Что, как я этот трек сделал, я вам покажу, поэтому... С тебя подписочка, лайк, то есть, ну, как обычно. Поехали, да, разберем сначала, да, с самого начала. Естественно, давайте поговорим сначала, ой, начнем, точнее, сначала с мелодии. Мелодия вот такая вот, давайте послушаем. Что-то... А, так и должен. Что за бреда, да? Вот первая мелодия, собственно. Эту мелодию писал, ну, написал как бы я. Я ее чуть изменил. Но эта мелодия из трека Like a G Sex. То есть... Это оттуда мидия идет, то есть как бы постройка пианино идет оттуда. То есть да, тун-тун-тун, вот этот качевый вайп я взял именно оттуда. Потом у меня еще есть вторая мелодия. Это тоже оттуда взято, то есть там была склеенная мелодия, ой, склеенная, точнее, мидия, она была сверху и снизу, и я их распилил. Получается теперь такая тема. То есть мелодию писал не я, я просто копировал миди. Ну, я чуть равнял, естественно, все это я делал. Какие здесь наложены эффекты на этом коубеле? Параметрик, дилей для объемности, реверб, то есть как бы классика. Если выключить, будет суховато звучать. Видите, это все влияет, то есть параметры крутим, срезаем частоты низкие, все очень просто, то есть ничего нового. Дилей как бы, дилей настраивал под себя, я уже точно не помню. Ну вот драйв надо выкрутить на полностью, тогда очень будет широко звучать, и это будет клево. Я, кстати, еще не пользовался этим фрешайром, еще не пользовался, поэтому этот трек был без фрешайра, он был с помощью дилея так. Раздвинут хорошо. Реверб классический, то есть как бы просто эту бочку чуть-чуть отдвигаете, вот так, то есть и все. Тут вето чуть добавляете, как бы, и все. То есть нормальный у вас реверб получается. Окей, допустим, про мелодию мы поговорили. Это еще не все мелодии, то есть я прописал еще такую мелодию. Это на переходе. Блять, что про... А, зачем вот так сделал? То же самое, то есть все коубелы были привязаны к одному каналу, к пятому. То есть тут вопросов как бы не должно быть. Чуть вот эту крутилочку крутанул чуть левее, чтобы ближе было к левому миксу все. В принципе, все. Что, в принципе, с коубелами все. Теперь давайте друм части разоберем. Сейчас. Что мы имеем здесь? Вот это уже у нас дроп здесь идет. Давайте уберем полностью мелодию, всю эту тему, чтобы послушали просто друмку даже.
То есть такая вот румка очень простая, кики взятые. Кики просто нажимаете сюда, кик, то есть 4 степс, все готово как бы. Кики взяты из друм-кита клубового Ветх. Вот он. Это Ветх. Где он, блядь, находится? Я ебал того мир. Вот Ветх. Бас-друмки, вот они. То есть это фон максимально клубной. Поэтому здесь даже нету этих жестких киков, все такое. То есть просто обычно кочевый кик пригруженный. Здесь у нас висит на нем. Ничего здесь не висит, ничего себе, да? Но, скорее всего, я просто его бустил чуть-чуть. Да, я чуть буста накинул, чуть громкости повысил, как бы. Все, то есть, поэтому начал так по пробивному звучать. На самом деле, поверьте мне, секрет далеко не в этих вот ваших крутилках бесконечных. Микро всяких этих вот мастерингах, это хуйня. Дальше у нас идет хэй-хэты, то есть. Стандартный хэй-хэт тоже из ветха я взял. Open hi-hat. Вот это в цимбальсе находится. Open hi-hat и его слабы. Такие вот типа. Самый подходящий такой нашел. Вот. Естественно, на нем. Что у нас стоит на нем? Вы удивитесь, но тоже ничего. Потому что хай-хэт изначально хороший. Потому что пак очень хороший, тут можно даже не настраивать звуки. Я убрал. Наверное, да, я чуть громкости убрал и. Да, и в принципе все. То есть, ну, звучало хорошо. Дальше у нас идет. Снейр. Снейр один так звучит, но вместе с этим снейром нормально. Вы можете сказать, грязновато звучит. Да, грязновато, но. На выходе со всем этим миксом это звучит все очень хорошо. Дальше бас. Давайте даже вот так вот бас один сделаем. Бас, опять же, можете подумать, перегруженный. Да, он перегруженный, но тут из-за кривой настройки его, то есть. Смотрите, я закинул бас, естественно, на микшер. И я повесил на него тоже ничего, повесил вот эту вот тему, это моно, чтобы бас звучал ну, одинаково в двух наушниках. И также настроил его через Edison. Edison, это смотрите, как вы делаете, вы нажимаете на бас правой кнопкой, заходите в Pitch Corrector. Скабы открывается такая тема, вот у меня тут неправильно настроено. Должно, чтобы все стояло ровно. Вот, но у меня так. Вы должны выровнять полностью вот эту всю фигню, да, под ноту, которая у вас мелодия. Вот у меня мелодия G-решетка, причем не важно, там G-решетка 2, G-решетка 3, G-решетка 1, блять, это не важно. То есть, ну, главное выровнять под решетку, G-решетку, то есть можно 1, 2, 3, вот эту вот херню крутите, и вместе со всем этим полностью выравниваете, потом берете вот тут, будет variation, у вас будет, оно будет у вас вот так. Вы его как бы крутите вниз. Полностью выключайте variation, чтобы оно волной не шло. Берете вот сюда, вот нажимаете на эту штуку. Переносите на бас. Все. Бас у вас заменился. Звук у вас поменялся. Он такой вот у меня. Еще я сделал вот так. SMP Star чуть подрезал, потому что в начале как бы такая вот тема идет неприятная. Продавливается звук. Поэтому я сделал вот так. Звучит перегружено, но это просто была моя первая попытка сделать бас в тон. Вот. Но поверьте мне, опять же, в этом миксе все звучит неплохо. Краш. Каждую партию он играет. Я тоже, это тоже раньше я так зачем-то много раз делал. Сейчас уже поменьше так делаю, конечно. Дальше реверснутый краш. Make New Q нажимаете просто на вот по этому вот по этой вот волне небольшой. Make New Q. Все, сделали уникальным его, как бы. Ну, допустим, вот этот краш делаю. Вот так вот выносите его просто. Все, включу его. Make New Q, чтобы отцепить его от других, чтобы можно с ним побаловаться. Нажимаете на него реверс. Все. Один из самых лучших открытий дропа у вас готово.
Вот смотрите, как это звучит хорошо. Вот так, типа. Опять же, перегружено, но это того стоит. Дальше. Что это? Клэпы. Клэпы я накинул для того, чтобы просто какое-то разнообразие было. Тоже никаких настроек, просто громкость чуть добавил, в левое ухо кинул, здесь вот. Здесь получился такой звук. В принципе, все. Что-то мини-звуки, наверное, есть. Это акапелла. Давайте, да, кстати, на акапеллу посмотрим. Самое интересное, что я почему-то не наложил на эту акапеллу... На эту акапеллу не наложил почему-то кикстарт. Из-за чего она звучала как-то не вписывающаяся, по-моему. Но это можно исправить. Допустим, сейчас я устрою без кикстарта, это послушаем, потом с кикстартом. Громкая как бы акапелла, и даже друмки слышны сзади, но опять же, при прослушивании полностью всего трека этого не будет слышно. Такие дела. Дальше, темп в конце урезал. Это уж типа... Сейчас слышите. Такого поняли, ну, эпичного замедления, типа. Темп делается очень просто. Вы выделяете зону, которая вам нужна. Ctrl, левая кнопка, вот так выделяете, допустим, зону. Нажимаете сюда, вот правой кнопкой по BPM. Create Automation Clip. У вас автоматически здесь ставится клип, вот этот, типа, темпа будет написано. На нем будут такие вот волны. Ну, прямая полосочка, естественно. И вы регулируете ее как-то там вниз чуть-чуть. Главное, не задеть оригинально, типа, чтобы потом BPM не испортить полностью. Задели тут в конце, типа, будет замедление. Все, просто для красоты. В принципе, это все. А, еще. Это отдельный мастеринг. Нет, не мастеринг, точнее, это полностью громкость вот здесь вот настраивается правой кнопкой, поэтому и громкости. И как бы можете громкость настраивать, чтобы, вот, допустим, затише делать. То есть я тут тоже сделал. Ну, тут уже отдельно, как бы, к самому Cowbell. Я взял, нажал на Cowbell. Правой кнопкой по звуку, опять же, тоже Create Automation Clip. То же самое тема, то есть вот так вот выделил. То есть тут все делается именно так. А, ну еще джинглики. Ну, это классика. Тоже без обработок, тут громкость такая большая, потому что мастер AID решал. Пишу в наушниках не очень. Смотрите, что я поставил сюда. Вы удивитесь. Я поставил Sound Goodizer. Без него смотрите, как будет звучать. Чтобы вы понимали, просто как преображается проект. Пользуйтесь, нормальная тема, реально. Soft Clipper для баланса. Ньютон Эдисон, это можете удалить, но у вас будет появляться. Компрессором я чуть-чуть, как это сказать, гейн убавил, ну это, грубо говоря, перегруз. Я чуть-чуть его убавил, или наоборот прибавил, я уже не помню, кстати. А, нет, прибавил, да. Трэсхолд тоже прибавил на одинаковом значении, и в принципе все, то есть больше ничего здесь не нажимал. Не знаю, зачем его добавил вообще, в принципе. На максимумсе висит Master Aid пресет. Master Aid 1. Все. Тоже гейн чуть подкрутил. Готово. Так, что еще? Ну, в принципе, все. Предлагаю послушать вам трек. Поэтому погнали.
Thank you.